Друзья, всем доброе утро, всем привет из Финляндии, производство Юнкари, концерн МСК Групп. Сегодня у нас будет обзор на интересную технику, трактор N-серии Valtra и рубительная машина Юнкари. Так как большая часть кабин для всех тракторов Valtra производится в Финляндии, на нашем концерне, у нас сегодня мы поэтому подключим к этому синему красавцу еще и нашу рубительную машину. Интересные особенности трактора – это пневмоподвеска переднего моста. Здорово переезжать на этом тракторе с поля на поле или с объекта на объект. Пластиковый бак, дополнительный бак для мочевины, для того, чтобы соответствовать нормам Евро 5. Также пойдем посмотрим на навеску, что у нас здесь предлагается. 4 гидравлические пары. 1/5 пара задействована для того, чтобы третий рычаг навески можно было гидравлически регулировать. Здесь видите цилиндр на правом рычаге. Вал отбора мощности, конечно. И шип для подключения прицепки прицепов. Есть уже выведены электрические розетки наружу. Также есть, конечно, розетки внутри. Плюс подготовка для ИСА-бус. Так, ну и посмотрим, что у нас внутри. А внутри у нас два сиденья. Сиденье водителя с пневмоподвеской, подлокотник с управлением всей гидравликой, электроникой трактора, панель климат-контроля, магнитола, управление светом рабочим. И если перейдем сейчас на место водителя, стандартный педалькой, как в тракторе, управляем рулем. Панель приборов простая и ясная. Здесь вот дополнительный дисплей, который показывает, в каком режиме работает бесступенчатая коробка передач. Зеркала заднего вида. Обалденный обзор, конечно, здесь. И небольшой холодильник. Что ж, закрываем дверь. Я сейчас перехвачусь. Попробуем завести. Выжали сцепление. И заводимся. Так, переводим, включаем гидропоток, включаем гидравлику на управление автоматическая коробка бесступенчатая. Здесь стоит вариатор на этой машине. Включили движение вперед. Коробка у нас сейчас работает в D-диапазоне. Здесь хорошо видно. И поехали, зацепим нашу рубилку. Жара,
пожар, огонь в тебе горит. И килограммы женско потратила Москву, Нью-Йорк и Лондон и Мадрид. Своей взрывной волной ты охватила. Ты ба-ба-бом, бам, ты ба-ба-бом, бам, ты ба-ба-бом, 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 бам, ты ба-ба-бом. Сейчас уже подцепили рубительную машину, привезли прицеп. Вот здесь у нас есть чем заняться, что порубить. И рубительная машина, подключенная к Valtra N-серии. Так как эта машина 250G, она использует одну гидропару, вал отбора мощности, трехточечную подвеску и один кабель электропитания для работы No Stress. Простейшее подключение. Здесь вы видите настраиваемый раструб. В зависимости от того, куда вы хотите рубить, в зависимости от того, как далеко вы хотите, чтобы полетело, настраиваете на месте. Система No Stress. Сначала выставляете обороты ручным газом. К примеру, если вы рубите на 1000 оборотах, ставите 700 оборотов ручным газом. Нажимаете No Stress, пару секунд держите. Теперь No Stress будет включаться, к примеру, если вы выдерживали 700 оборотов, на 700 оборотах будет включаться. А так работаете до 1000, пока до 700 оборотов не упадет, у вас подача материала не будет прекращаться. Здесь вы видите загрузочный раструб обновленный, две кнопки in, out, включить и выключить подачу роликов, которые вы видите здесь внутри, и также кнопку аварийной остановки. С другой стороны рубилки вы можете настроить, с какой скоростью ролики будут подавать рубящий материал. Ну и стандартная трехточная розетка для подключения к розетке трактора. Сейчас начнем рубить. Как видите, мы заказали новые перчатки Юнкери яркого зеленого цвета, что если совать руки туда, куда не нужно, и руки улетят далеко, их потом будет очень просто найти. Одни плюсы. И вот готовая щипа, потом пойдет в строкерный котел на отопление всего хозяйства.